Учителя и розгой, и палкой весь разум выбивают из детей, а утешаются зарплатой жалкой. И незачем ругать учителей. Подростки точно дети низкорослые, но старики по речи и уму. А почему несчастны так подростки, отвечу я, не знаю почему. Профессора пускаются в витийство, что повелить заказчиков своих, твердят о кризисах, не об убийствах. Такими, в общем, представлял я их. Науку, что нам знания умножает, но умножает горе и беду, как церковь чту, а церковь уважаю, за то, что умножает темноту. Но хватит, что ругать их преподобие, через войну и смерть несет их рать. Любовь к загробной жизни с той любовью, конечно, проще будет помирать. Здесь в славе Бог и ростовщик сравнялись. А где Господь? Вопит нужда окрест. И тычет пастор в небо жирный палец. Я соглашаюсь, да, там что-то есть. Седлоголовые Георга Гросса грозятся мир пустить в небытие, всем глотки перерезав. Их угроза встречает одобрение мое. Убийцу видел я и видел жертву. Я трусом стал, но жалость не извел. И, видя, как убийца жертву ищет, кричал: «Я одобряю произвол! Как дюжи эти мясники и ражи! Они идут, им только волю дай! Хочу им крикнуть: стойте, но на страже! Мой страх!» И вдруг я восклицаю: «Хайль! Не по душе мне низость, но сейчас в своем искусстве я бескрылый сир, и в грязный мир я сам добавил грязь, тем самым, что одобрил грязный мир». Дамы и господа, это конец. Спасибо вам за то, что вы были со мной на протяжении всего этого произведения. Не забудьте о просьбе. Всем до новых встреч!